Всем поклонникам автомобиля Mitsubishi Pajero Sport посвящается это короткое видео. Значит, рассмотрим один из недостатков этого автомобиля. Это вибрация воздухозаборной трубки. Вот она стоит. При включении двигателя она очень громко вибрирует. Ну и, собственно говоря, даже раздражает, можно сказать, любого автолюбителя, который стоит возле автомобиля даже с закрытым капотом. Я пересмотрел массу видео, которые кулибины наши излагали свои решения крепежа этого воздуховода, но ни одно из них мне не понравилось. Я предлагаю свое более, как мне кажется, конструктивное решение и простое. Значит, трубка крепится к защите вентилятора. Вот здесь внизу есть небольшая прокладка такая. Она, как правило, отрывается, и трубка вот так гуляет. Также в основании, вот здесь вот, она просто крепится на защелках. Это еще более дает ход ей, и она вибрирует очень громко. Поэтому в основании я сделал небольшую резиновую прокладку, вот положил, зажал ее хомутом, и здесь в основании трубки вот была установлена та же самая резинка, которая была от завода изготовителя шла, не знаю, видно или не видно, где-то там внизу она. Я ее просто приклеил обыкновенным клеем момент или вот супер клеем, и теперь она нормально работает, не вибрирует и не раздражает.